Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня представляем вашему вниманию обзор экстракта зеленого чая. Полезные свойства зеленого чая на родине этого чудодейственного напитка используются людьми с давних времен. В косметологии чайные настои и экстракты тоже нашли широкое применение в косметических продуктах для всех возрастов. Так, косметические средства для зрелой кожи особенно ценны регенеративные и антиоксидантные свойства, которыми обладает чайный экстракт, и в сочетании с увлажнителями и биостимуляторами чая такая косметика благотворно воздействует на глубокие слои эпидермиса. Экстракт зеленого чая содержит влагосохраняющие вещества, полезные аминокислоты и витамины, натуральные растительные белки и отличается хорошей проникающей способностью. Как косметический ингредиент экстракт зеленого чая используется в возрастной косметике, так как имеет отличные свойства, которые способствуют регенерации клеток кожи. Питает кожу растительными протеинами, витаминами, аминокислотами, является антиоксидантом и предохраняет кожу от раннего старения и увядания. Придает коже матовость и здоровый цвет, эффективно очищает поры и устраняет жирный блеск на проблемных участках, улучшает лимфоток, выводит токсины и шлаки, а также вредные вещества, которые накапливаются в коже из окружающей среды. Является антисептиком и дезинфицирует кожный покров. Стимулирует микроциркуляцию и активизирует выработку коллагена в тканях. Применение экстракта зеленого чая таково. Мыло ручной работы, кремы, маски, косметика для бритья, детская косметика, косметика после эпиляции, средства для кожи вокруг глаз, лечебные аппликации, маски, кондиционеры, шампуни. Вот такой бутылочке мы отправляем экстракт зеленого чая нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!